А в Запорожье задержали банду во главе с бывшим капитаном милиции, которая ограбила местных предпринимателей. Орудовали 3 года. Несколько месяцев назад правоохранители получили информацию об участниках группировки и установили за ними наблюдение. Жертвой преступники выбрали женщину, которая занималась обменом валюты. Нападавшие ударили ее гантелью по голове и забрали сумку с крупной суммой. Но сбежать не успели. Был задержан и экс-милиционер-оборотень. Человек работал до 1995 года в оперативных подразделениях Управления внутренних дел в Запорожской области. Это непосредственно и усложнило документирование, так как он имел все навыки и знания оперативной работы. Но в 1995 году он был уволен за нарушение дисциплины.